Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня на канале у меня опять распаковка сайта Happy Wife. Вес посылки 4 килограмма. Ну, так-то вещи, кстати, чуть-чуть. Тут, наверное, больше вес за коробку. Зачем в мешок еще коробку запихали они? Даже на мешке их логотип. Прикольно, молодцы. Так, тут должно быть хлопкое, так что переворачиваем аккуратно. Тоже вещи заказаны через совместные покупки, поэтому какие-то смогу вам показать, какие-то не получится. Что мне нравится, даже нижнее белье они просто хотя бы положили в пакет. Более белое. Так, ну давайте по наличию сейчас начнем просто. Достанется из коробки. Пакетики вот чуть-чуть на полу бесплатно. Спасибочки. Вот такие молодцы. Упаковали кружки еще в пупырку. Так, тут констовары. Кому интересно цену, можете остановить, посмотреть на паузе. Также ссылочки оставлю под видео. Давайте начнем с кружек, посмотрим, целая они, нет. Вроде целое все. Три кота. Двести миллилитров стекло. Владимирская область, гусь хрустальный. Все, это целенькое пришла. Я не могу понять, что это за галочка. Вот видите. Это вот с этой стороны. Тут уже на 230 миллилитров. На вид, конечно, такие, да, маленькие. Вообще классные. Внутри стекла пузырик. И так все гладкое. Тоже 230 миллилитров. Вспыш. О, а что такие большие-то? Вы что? 2XL. Какие тут 2XL-то? Размер 2XL, но походу какая-то большемерка. Я посмотрю по таблице размеров. Ну тут 52. Так, носочки. Размер 36-40. Девушка, кстати, уже заказывает именно такие носки уже второй раз подряд. Ну, такие плотненькие. Тут идет вот цена за набор. В наборе три пары. Так, это я футболку мужу заказала. Да что ж такое с размерами сегодня? Размер 3XL. Но я помню, в комментариях писали, то, что они якобы маломерят. Ну, посмотрю. Мне кажется, она очень большая. Вот и почитай эти комментарии. Все-таки надо брать по таблице размеров. Не думать. Качество на ощупь хорошее, приятное, такое мягкое. Тоже туда подпишу вам. Как по размерам. Все-таки футболка немножко велика, вот в плечах видно, и широка. Но когда вроде как заправишь, не так смотрится, что она широка. Ну, как же без нее, конечно. Расправим сейчас футболку и покажем, какая она вообще широкая. Во-первых, видите, она какая длинная. Размер 3XL. Так что все-таки берите в размер. Я почитала комментарий, поэтому взяла чуть побольше. И видите, что получилось. Делаю руки пошире. Во.
Так что выбирайте размер по размерной сетке, никого не слушайте. Я первый раз послушалась и прочитала комментарии. И вот что у меня получилось. С размерами вообще не угадали. Все. Все, Лёлик, ты можешь не позировать. Ну, от Лёлика тоже привет вам. И она убежала. Подружка заказала, да, своей дочке 104 рост. Яркая такая прям вообще наклеечка. Как будто вот чуть-чуть какой-то флис, но нет. В детском саду, скорее всего, ходить. Взяла. Это знакомая тоже заказала. Мальчику 128 рост. First Kids уже фирма. Так, барабанная сушка не применяется. Смотрите, вот рекомендации по стирке есть на бирочке. Стирка при 30 градусах. Гладить при максимум 150 градусов. Не скручивать. Ну, скорее всего, из-за того, что рисунок может потрескаться. Мне нравится, прикольный. Сзади просто синий. Так, это же девушка, да, заказала еще сыну вот такую. Толстовочка. Кармашек. Причем он не пришит. Оригинально. Прям на ощупь приятно. Видно, что качество идет. На рукавах надписи. Так, это на плече. Вот. Тут 116 рост. Размер 6. 95 хлопка, 5 лайкра. Это тоже. Подружка заказала дочке. Вот желтый джемпер и платьице. Вообще, милота. И тоже в детском саду ходить. Что, у них затопили? Тепло. 104 рост. Скорее всего, тоже младшей дочки. Тут уже такой рисунок. Сама наклейка такая. Сзади просто розовенькая. Пятигорская трикотажная фабрика. 100% хлопок пишет. 40 градусов стирать. А вот рост 116 розовый. Вот. Это старшая дочка она взяла. А это уже тепленькая. Такой флисик идет. Знаете, как у полотенца махрового. Тоже Пятигорск изготовитель. Прям на полотенчик похоже, да? Футболка фирмы Бонита на 7 лет. Так, это шорты. Рост 146. Конечно, наклейки неаккуратно приклеивают. Рост 134. Причем 134. Как будто... Смотрите, вообще другое качество. Это более черное, прям даже материал видно, какой-то сероватый. Вообще, что делают? Рост 146, 134. То есть сверху больше по размеру должен быть. А они, наоборот, меньше. И они серые какие-то, это более черные. Чуть отличается по цвету. Но по длине, да, конечно, рост 146 чуть побольше. Но опять в резинке.
Что, ну худого, ну длинного ребенка. Девушка просто в тот раз уже брала такие шорты, ей понравились. И она поэтому берет на двух мальчишек своих по две штуки. Все помним, приходили в тот раз вот это в качествах черного цвета, а ну фирма та же. Только, мне кажется, из разных партий, да? Даже ярлычки разненькие. Так, носки. Три пары. Размер 24, 36, 37. Три одинаковые расцветки. Девушка такие себе тоже уже заказывала. Поэтому она просто повторила заказ. Ей понравились. XL. Ну это разве XL? 54 размер, мне кажется, если не 56. Так, вот эти носочки. Тоже девушка повторила свой заказ. Они понравились. 36-40 размер. Тоже набор из трех пар. Такие расцветочки. Тут уже они вот коротенькие. Ну, плотненькие такие на ощупь. Резиночка узенькая. И вот такой джемпер. Рост 122. На картинке был, мне кажется, более ярче. На сайте он представлен. Вот этот кролик. Джемпер идет без флиса. Простой хлопковый. Так, тетрадочки. 18 листов в клетку, 5 штук. Вот 3 одинаковых и такие 2. Конечно, молодцы, что они упаковали отдельно в картон. Но видите, все равно чуть замятость. Клетка хорошая, яркая. Фирма хорошая по товарам. И, скорее всего, к ним они приехали такие помятенькие. То ли на складе они помяли. Бальзам для губ. Депантенол, оливковое масло, защитный, яблочный. Серия три кота. Как год у них точно где-то он лежал. 4,2 грамма. Пахнет не очень сильно выраженным запахом. Прям уж яблоком зеленым, прям чуть-чуть. И сюрприз внутри. Что за сюрприз? Наклейка, что ли? Вот такой сюрприз. Пинцет. Черный. Прикольный. Такой стильный. Вот только не сильно ли толстоваты у них вот эти сами лопатки. Изготовитель Китай. Понятно. Ручка многоцветная, а именно 8 цветов. Черный яркий, желтый. Синий, красный, оранжевый, зеленый, фиолетовый красивый, розовый. Ну что, прикольная ручка. Детям, мне кажется, понравится вообще. 8 цветов, ну, около 90 или 100 рублей она там вышла. Ручка с масляными чернилами. Обещают мягкое письмо нам. Это предохранитель. На ручках такой встречаете, ногтем просто снимаете и все. Кстати, правда, мягко пишет, ярко. Но вот эта часть тоже идет пластиковая, хоть на вид как будто резиночка здесь. Но нет, это пластик. Просто я на картинке думала, что это резинка. Первочкам, конечно, будет неудобно, а так нормально. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно, 12 штук в пачке. Центрум, тоже хорошая марка.
Вот, видите, а тут уже вот резиночка. Вот я думаю, что на той ручке тоже такая резинка. Это значит, что до вас эту ручку никто не использовал, никто ей не писал. Вот это, кстати, ловчей даже. Но она пожирнее. Тут идет стержень уже 0,7. На корпусе написано. Даже сравните. 0,7-0,5. А тоже должна быть на масляной основе. Пишут то, что шариковый просто. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Ну, такие ручки, я не знаю, рублей, наверное, 15 у вас выйдут вместе с доставкой. Так что нормальная цена за них. Мне кажется, вы такие ручки в магазине все равно рублей за 20 будете покупать. Опа. Это я себе заказала. Но взяла большой размер, 52. Хочу, чтобы было посвободней. И все-таки из-за роста, поэтому я еще беру размер побольше. И все-таки то, что это пижама. Хочу, чтобы она была свободная. Ой, кстати, я хотела с карманами. Но что-то я, когда увидела эту пижаму, даже забыла, что хочу с карманами. Мне она так понравилась. Я все гонялась за ней. То размер моего нету. Потом взяла и сразу побольше заказала. Все-таки, вроде, пижама. Он где-то на полочках. Город Иваново. По длине вообще классно подошли штаны. Так что я рада, что заказала 52. И посвободнее, и длина вообще классная у штанов. Ну, на этом все. Вот такие у нас покупочки. Можете написать в комментариях, что вам в этом заказе понравилось. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.